Да, Да. сними фразочку. Ну, он первый раз в эту игру играет, он, я замечал, он очень тупит. Ну, типа, он вообще азов не знает. Добрый день. Всего Добро хорошего. пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Нет. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван гор. Что у нас один хил? В огне долго только не стоит. 5,9 шаман, я вообще его не знаю, он близкий людей. Я видел его. А нет, он 6,2, вот нормально. В круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Сейчас. Нет, 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 материал. Патриоты беру. Там ману шаману заливаете, у него, наверное, вообще нет. Забери, забери, я в такси не. Слишком далеко. Да-да-да-да. Следующего бойца на арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Нихан 4 ГГС, чё? Готовься снимать персу.
слишком далеко. Могу использовать эту способность. Подождите. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Повержены! Здорово! Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Похоже, отлично, там приз скакнулся. Нормально. Вкус хороший. Ну, там приз скакнулся, хило. А теперь, смельчаки, я приступаю к... Только я посмотрю, где чё. Так что мановочек. Появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Окей. Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Я не могу атаковать... Перед вами Шарацус! Чередарский повелитель Пылающего Легиона! Отдавай. Шампакей, то есть, конечно. Гибель Вильфреда Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, что смеет беспечно играть с темной магией. Привет. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победитель... Его в миллизон кидаешь постоянно, или чё? Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса Героев. Наши вроде ДЦшные, не? Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду!
7. Тут, короче, танчить никого не надо. Давай я в ретрика. Тетрик, поставь третий раунд. Даски. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Эти даски, ты в РК? Пал даски. Поставь третью ауру. Поставил. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Сейчас.
да, светлое убило. Сэдли светлое убило. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем... Не врать, Рика, да? Но я могу в контроль, давай. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Хила не надо, но... Будет тебе такое испытание, Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Ну, типа, он может не уследить, захилить всех, на ком эти ледяные метки, и тебя. Под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов, да-да, будут принадлежать мне, Фордринг. И поставь этот на третьей фазе хант ауру на как он там от сил природы. Так жуки под мордой босса стоят. Беги, малышка, беги! Гости заявились. Есть БР у кого-то из друидов? Господин. Босс вылезет. Ну, Сэдли. Ману, дойди шаману. Залей ману шаману пока. Ретрик, поставь третью ауру.
Даски поставь третью ауру. Тебя, господин Лакшир!